Рассматривая матрицы, найдем значение гауссовой суммы. Ну, давайте обозначение. Вот это вот корень из единицы p этой степени, косинус 2π делить на p, плюс и синус 2π делить на p, то есть e в степени 2π делить на p. Рассмотрим матрицу. Давайте пример. Для простого числа p равно 3. 1, 1, 1, 1 зита, зита в квадрате, 1 зита в квадрате, зита в четвертом. На пятерке. 1 зита, зита квадрат, зита куб, зита в четверте. Ну и для любого простого числа p вот будет верхняя точка из единиц. Потом по возрастанию степени зиты, ну вплоть до зита в степени p минус 1, в следующей строке они все возведутся в квадрат, потом в куб и так далее, вплоть до p минус 1 степени. Давайте посмотрим, что такое гауссова сумма. Это же просто след этой матрицы. Если вы вспомните определение гауссовой суммы, то увидите, что это след этой матрицы. Таким образом, найти величину гауссовой суммы – это то же самое, что найти, точно вычислить, след рассматриваемой матрицы. У нее есть интересное простое свойство. Ее квадрат устроен следующим образом. Вот здесь стоит число p, и дальше все нули вправо и вниз. А здесь стоит матрица размером p минус 1 на p минус 1, у которой по диагонали стоит число p. Давайте обсудим, почему это так. Вот давайте посмотрим, как возводить эту матрицу в квадрат. Берете 1, 1, 1, умножаете на 1, 1, 1, конечно, получаете тройку. А если эту строчку вы умножите на такой столбец, конечно, получите 0, на такой тоже 0. Потому что сумма корней из единицы, когда их берешь все, это 0. Таким образом, действительно, вот здесь получается 3, а здесь все 0. Давайте теперь посмотрим, что происходит вот здесь. Когда умножаете такую строчку на такой столбец, то естественным образом возникает, смотрите, 1 на 1, дальше зита умножается на зита в квадрате, то есть получается вот, и это здесь. Ну, давайте, наверное, все-таки посмотрим, как это записывать, что называется, формулой. Посмотрите, строчка имеет такой вид. Единица, зита в какой-то степени, зита в степени 2k и так далее, зита в степени p минус 1k. Вот, это общая строчка. А, собственно говоря, общий вид столбца такой же. И дальше очень простая вещь. Если вы берете зита в степени L, зита в степени 2L и так далее, зита в степени P минус 1L, то когда вы умножите каждое на каждое, если K плюс L делится на P, везде получится единица. Если не делится, то значит получается 0. Отлично. Мы поняли, что матрица А квадрат имеет очень простой вид. Значит, мы легко можем посчитать ее характеристические многочлены. То есть определитель матрицы ТЕ, где Е единичная матрица, минус А квадрат. Ну, смотрите, вот давайте для пятерки покажу, как это работает. Вот здесь мы считаем, будет Т минус 5. Здесь по диагонали пишем ттт, и здесь везде пишем пятерками минус. Что это у нас тогда будет? Т минус 5, и дальше вот такая матрица. Т минус 5, минус 5, Т, и вот такая. То есть, ну, смотрите, что можно взять вот этот столбец, перенести его сюда, и строчку поднять, поскольку на одно и то же расстояние. И здесь, и здесь, то знак этого не поменяется. И фактически речь пойдет вот об этом. Правда, я здесь написал минус, ну ладно, это исправлю. Все равно это на определитель не влияет. Такой определитель — это t квадрат минус p квадрат. И вот таких вот блоков 2 на 2 мы наделаем p минус 1 пополам. И еще есть t минус p из левого верхнего угла. Значит,
У матрицы А квадрат характеристические числа, ну или собственные значения, кто как их называет, это вот что такое. Это число минус P в количестве P минус 1 пополам и число P в количестве P плюс 1 пополам. Вот это здесь написано. Но ведь собственное значение матрицы А квадрат это есть квадраты собственного значения. Значит, мы понимаем, что вот есть квадраты, из них p плюс 1 пополам – это число p, и p минус 1 пополам – это число минус p. Теперь извлекаем корень. Получается, что чисел вида плюс-минус корень из p – вот столько, а чисел вида плюс-минус и корней из p – вот столько. Количество собственных чисел вида корень из p обозначим будет k. Минус корень из p пусть будет n штук. И корней из p будет m штук, минус и корней из p n штук. Что мы в таком случае видим? Во-первых, просто по определению след, по одному из способов вычисления, след – это есть сумма собственных чисел. Значит, это корень из p умножить на k минус l плюс m минус n умножить на n. Замечательно. Теперь еще мы знаем. Мы знаем, что k плюс l это вот те, которые в квадрате были равны p. Это p плюс 1 пополам. И мы знаем, что m плюс n это наоборот p минус 1 пополам. Вот. Дальше давайте разбираться. Мне потребуется знать определитель. То есть для того, чтобы понимать, какой знак у гауссовой суммы, полезно понимать, какой знак у произведения, у определителя произведения всех собственных чисел, у произведения всех собственных чисел. Из алгебры так называемый определитель Вандермонта. На всякий случай, давайте я быстро сейчас это напомню. Для матриц 2 на 2 и для матриц 3 на 3, что такое определитель Вандермонта. Смотрите, здесь он просто посчитан, а в общем виде, надо просто понимать, здесь матрица размером n на n, где вот верхняя строчка единицы, потом какие-то числа, потом их квадраты, их кубы и так далее, их n минус первой степени, то а срабатывает очень простая вещь. Это функция косо-симметрическая, то есть если вы переставляете два столбца, знак меняется. И при этом, значит, она должна делиться на разность каждых двух. Да? Степень такая же, если ее рассматривать как многочлен. А значит, этот определитель должен делиться на вот все такие разности, и его степень совпадает с этими самыми разностями, то есть может отличаться только константу раз. А почему не может быть отличия в несколько раз, следует просто, если мы посчитаем коэффициент при старшей степени. Вот представьте себе, пусть c это будет самое, что называется, старше, потом b помладше, а помладше, тогда каким образом вот в этом выражении получить коэффициент при наибольшей степени? Понятно, как каким. Значит, c будет в наибольшей степени, и дальше будет наибольший из коэффициентов из оставшегося. При вырезании вот этой строки из столбца, то, а это тоже определитель Вандермонта, а при нем мы все знаем. Вот. Итак, формула определителя Вандермонта очень простая. Надо взять произведение всевозможных разностей вот из числа с большим номером, мы читаем число с меньшим номером. Значит, для нашей матрицы А формула очень простая. Надо взять произведение всех чисел вида зита в степени k минус зита в степени l
где у нас число L меньше, чем K. L меньше, чем K. K не больше, чем P минус 1. И L не меньше 0. Вот. То есть нас интересует произведение вот чисел такого вида. Давайте я нарисую, значит, на, скажем, пятиугольнике. Для случая пятиугольника это будет вот что такое. Вот это число единица, зита, зит квадрат, зита куб, зита четвертый. И числа, которые здесь написаны, это вот что такое. Надо, скажем, из зита вычесть единицу. То есть на самом деле нас интересует такое число. Из зита квадрат надо вычесть единицу, из зита куб, из зита в четвертый. Вот такие вот комплексные числа надо перемножить. А еще надо перемножить зита квадрат минус зита, зита куб минус зита, зита в четвертый минус зита и так далее. Таким образом, у нас у каждой стороны и диагонали вот этого вот правильного p-угольника есть стрелочка. Вот я примерно нарисовал для p равно 5, как будут выглядеть эти векторы. Смотрите, есть вычисление модуля. И есть вычисление аргумента. Давайте начнем с модуля. Очень просто. Если мы берем точку 1, то вычислить произведение расстояний до всех этих точек легко, потому что если вы берете x минус зита, x минус зита квадрат, и так далее, и так далее, x минус зита в степени p минус 1, то это многочлен с корнями зита, зита квадрат, и так далее, зита в минус 5. Как известно, таковым многочленом является x в p минус 1 плюс x в p минус 2 плюс и так далее, плюс x плюс 1, потому что это x в p минус 1 разделить на x минус 1. Вот как раз число 1 перестает быть корнем после деления, а все остальные остаются, их ровно столько, вот ровно по минус 1, какая степень, значит, есть такое вот тождество. Теперь стираем это, и вместо x подставляем единицу. Получается 1 минус зита, 1 минус зита, 1 минус зита по минус 1, это есть p. Значит, произведение расстояния от точки 1 до вершины, это число p. Теперь для каждой точки это пишем. И у нас получается p в степени p. Да? Но каждое расстояние мы при этом посчитаем два раза, значит p в степени p пополам. Ну, отлично. Посмотрите на формулу, которую я обещал доказать. Здесь как раз и стоит p в степени p пополам. Потому что надо было написать вот такую формулу для каждой точки. Ну, собственно, расстояние не меняется при повороте. Вот, и учесть, что каждое расстояние посчитает два раза. Теперь про аргумент. Ну, смотрите, вот если мы из точки 1 смотрим на такую стрелочку и такую, или на такую и такую, то они, конечно, друг друга, значит, превращают в положительное вещественное число, потому что это просто-напросто сопряженные числа. Когда стрелочка такая, то есть не вертикальная, и не выходит из единицы, то симметричное ей, вот смотрите, если брать сопряженное число, то есть отражать, то получили бы направление туда. На самом деле у нас направление в эту сторону, значит, они в произведении дают отрицательное вещественное число. Мы должны понять, сколько их штук. Но для этого, смотрите, единицы не учитывают, значит, у нас всего p минус одна точка. Мы должны взять число сочетаний из p минус 1 пополам, но это будут все отрезки, в том числе вертикальные. Значит, из этого самого числа сочетаний мы должны вычесть
просто дробь по минус 1 пополам, столько у нас будет вертикальных отрезков. И разделить это на 2, потому что нас интересует пара, и возвести минус 1 вот в такую вот степень. И еще добавить к этому хозяйству вертикальное. Заметьте, каждый вертикальный дает нам минус i, и этих самых вертикальных минус i по минус 1 пополам штука. Так, давайте считать, что у нас будет. Минус 1 запишем как i в квадрате, тогда вот эта двойка исчезнет. И значит, нужно будет взять i в степени числосочетания с p минус 1 пополам, то есть p минус 1 умножить на p минус 2 пополам, да? Минус p минус 1 пополам и еще плюс p минус 1 пополам. Это вот это вот число i дало. И еще минус 1, это на самом деле и в квадрате. Поэтому надо еще прибавить p минус 1. Прибавить p минус 1. Ну вот эти друг дружку просто уничтожают. А когда вы p минус 1 прибавите сюда, то как раз вот это p минус 2 превратится в p. Ура! Мы доказали обещанный факт. Разумеется, можно было и по-другому считать этот самый аргумент. В общем, в любом случае, это некоторое упражнение на углы, и мы с ним справились. Давайте теперь, вот, значит, эту формулу мы доказали, да? Давайте теперь смотреть, почему же будет верно вот такое равенство. Да очень просто. Ведь определитель — это произведение, да? Здесь вклад в аргумент будет просто-напросто нулевой. Здесь вклад это будет минус 1 в степени L, то есть и в степени 2L. Ну, собственно, вот здесь оно не написано. И отсюда будет вклад M, и в степени M, и отсюда, собственно, минус и в степени m, или то же самое и в степени минус n, потому что однонитая — это как раз и есть минус i. Замечательно, замечательно, лемма доказана. Итак, мы уже знаем определитель матрицы А. Теперь вспомним, что квадрат гауссовой суммы вот по такой формуле вычисляется. То есть, если p давал остаток 1 по модулю 4, то квадрат следа это у нас просто-напросто число p. Квадрат гауссовой суммы это число p. Если p сравнимо с 3 по модулю 4, то минус p. Давайте теперь понимать, у нас же число след уже известно, как устроено. Да, вот там формула написана. Это корень из p. Это, собственно, дает уже величину, да? И дальше идет число, которое должно в одном случае равняться единице, а в другом случае должно. Или минус 1, да? Потому что может быть и отрицательный след. А в другом случае i или минус i. Давайте вспомним, что это за число. Это k минус l плюс m минус n i. Вот оно наше число. Давайте разбирать варианты. Если p сравнимо с 1, то это должен быть просто 0. И k минус l должно равняться то ли единице, то ли минус единице. M должно равняться n. Если p сравнимо с 3,
то наоборот, k должно равняться L, а число m минус n это у нас будет то ли плюс 1, то ли минус 1. Вспомним формулу для определителя. Когда p сравнимо с единицей, то у нас, как видите, m равно n, значит, вот этого не будет. И будет i в степени 2l. И в степени 2l. Я там забыл писать по-другому, разумеется, это всегда было. И в степени 2l у нас равняется и в степени p умножить на p минус 1 пополам. Смотрите, что значит, что k плюс l это p плюс 1 пополам, p дает остаток 1 при делении на 4, и k от l отличается на единицу или на минус единицу. Да очень просто. Давайте запишем число p как 4t плюс 1, где t какое-то натуральное число. Тогда p плюс 1 пополам это будет просто-напросто 4t плюс 2 пополам, то есть 2t плюс 1. И это означает, что или k равно t, L равно t плюс 1, или наоборот, k равно t плюс 1, L равно t. Давайте посмотрим, собственно говоря, что здесь написано. P это 4t плюс 1, p минус 1 это 4t, значит умножаем на 4t, делим на 2, получаем такую штуку. 2 умножить на t умножить на 4t плюс 1. Так замечательно. И в степени 4t это все равно единица, поэтому фактически здесь у нас 2t. А здесь у нас 2l. Значит, t и l должны равняться. Вместо l подставить t плюс 1 нельзя, потому что тогда вот равенство нарушится. Значит, я могу написать L равно T, K равно T плюс 1, и здесь стоит плюс единица. А это означает, что гауссова сумма равна корню из P, а вовсе не минус. Ровно так происходит вычисление и в этом случае. Только ответ получится и корней из p. Смотрите, k равно l. Давайте число p напишем в виде 4t плюс 3. P плюс 1 пополам, это у нас будет просто-напросто 2t плюс 2. Значит, k равно l равно на t плюс 1. Замечательно. И теперь надо просто вычислить там знак. Помните, у нас было i в степени p на p минус 1 пополам у нас равнялось i в степени 2l. Я уже знаю, что такое 2l. Это 2t плюс 2, да? Плюс m минус n. Плюс m минус n. Вот надо сейчас понять, m минус n это единица или минус единица. Но для этого надо просто подставить вместо p 4 на t плюс 3. Поехали. 4t плюс 3 умножить на 4t плюс 2 и разделить пополам. Что это будет такое? Это будет 2t плюс 1 умножить на 4t плюс 3. Поскольку у нас и возводится в степень, то нас интересует только сравнение по модулю 4. Значит, это то же самое, что 2t плюс 1 умножить на 3. То есть 6t плюс 3 по модулю
4. Вот. Но, собственно, 6t это то же самое, что 2t. И, значит, у нас здесь 2t плюс 3, а здесь 2t плюс 2 плюс m минус n. Ну, значит, m минус n это единица. Вот. M минус n это единица. Значит, у нас здесь 0, здесь единица, и цвет это i в корне sp. Таким образом, ну, конечно, пользуясь формулой для квадрата Гауссовой суммы, и пользуясь определителем Интермонта, долго было считая, ну, впрочем, легко считая аргументы, мы получили точное значение Гауссовой суммы для простого нечетного числа p.